только в Альфа-банке. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту, крутите барабан в приложении и получайте супер-кэшбэк каждый месяц. Закажите карту в декабре и гарантированно получите кэшбэк 30% на технику. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Приветствую, друзья. Еду, друзья, в лес, ну и у меня, как обычно, ЧП. Сломался он борт тут, открылся. Вот это вот. В общем, потерял борт опять у себя. Еду обратно, развернулся, поеду искать борт. Я думаю, что где-то недалеко, потому что я так-то поглядываю, знаю, что он может потеряться. Поэтому поглядывал, ехал. Но я когда-нибудь тебя конкретно потеряю. Не мог, друзья, найти. Ну, первую дорогу проехал, до самой заправки доехал. Блин, нет. Нет борта, думаю, да как так? А вот он, где у меня потерялся. Благо, люди добрые шли тут пешком. Ну, на прогулку, видимо, выходили. Нашли. Поставили. Я когда-нибудь тебя потеряю ведь. Надо что-то с этим делать. Чтоб ты больше не отпадал. Ладно. Беру. Поехали дальше. Здравствуй, изба. Добрались, друзья. В лесу минус 21. Потеплее стало. Морозы поотпустили. Руки занят. Ну, тут никого не было. После нас. Ну и хорошо. Сейчас первым делом затоплю печь, чтобы в избе уже начинало прогреваться. Ну и хочу сегодня поработать, друзья, по металлолому. В этот раз приехал сюда именно работать. Надо бы мне заодно лампу паяльную разжечь. Поэтому вроде и бензин в ней должен быть. Заодно и печку распалю. Так, ну что, друзья, я уже практически готов выехать. Единственное, что надо поменять на штативе голову. Каким-то образом, ну, каким я примерно знаю, в общем, надо заменить вот эту самую головку, потому как тут растряслось, раскрутилось, в общем, холодный башмак, крепление холодного башмака нету, вот этой вот крепушки самой, вот этой вот. Хотя можно было просто вот эту поменять штукенцию саму. Да, возможно, я так и сделаю. Ну, это как-то более качественнее вроде сама головка от старого штатива. Надеюсь, она сюда подойдет.
Да, друзья, зимой по лесу, когда мало снега, вот так вот, прежде чем куда-то заехать, надо все это хозяйство пройти пешком сначала до самой находки, пропилить, а потом уже ехать на буксировщике. Так что все, беру пилу, пила наточена, заправлена. Идем делать путик, пробивать весь валежник вот этот, на раскидать. И вот так вот туда, где-то вон там вот светлое место, как раз в общем в этом направлении. Доехал, друзья, до первых двух рельсов. 2-14 рельса тут по 7 метров. Там подальше еще одна 18-я лежит. Пока, друзья, не включил навигатор, не поставил на руль. Не мог найти, уехал вообще куда-то туда, вообще туда уехал. Тут от дороги-то мне буквально ехать на 200 метров. А я, блин, заблудился, я там такого круга сделал. Уже потом не пропиливался, ничего. Прямо так вот через эти завалы везде их объезжая. Да. В общем, когда понял, что заблудился, ни одной валежины не стал пропиливать. Поехал так тихонечко, выбирая себе маршрут между деревьями. Конечно, местами там завалы попадались, но ничего, перескочил. Ну, а сейчас мне надо, в общем, пробить путик на дорогу каким-то образом. По сути, можно вообще вот так вот прямо. Но тут вот чистое место, скорее всего, как-то надо вот здесь выезжать. А я там такого круга сделал. Лишних, наверное, метров 200 проехал. Надо сразу телефон-то установить. Да, я вон, вот откуда я уже понял, что я заблудился. Я, в общем, с дороги вот так вот сюда уехал, вместо того, чтобы ехать сюда. Да, 250 метров лишних проехал, получается. Достаем инструмент. Приволок все, что надо и нет. Все, что надо и не надо. Да, снежку бы, конечно, чуть-чуть бы побольше. Хотя бы, чтобы вот по колено примерно было бы удобнее, наверное. Так, ну что, металл тут практически наверху лежит. Поэтому труда, думаю, не составит его поднять. Хотел обе сразу поднять, не получается. Они тут сверху лежат, так что легко достану. Буду резать их по 1,5 метра и в корыто вот по 1,5 метра такими и возить их. Можно сказать, первый такой зимний металл, что я только с помощью буксировщика, такой труднодоступный металл в этом году добывающийся. Вот здесь 200 килограмм у нас.
Да. Рельсы все гнутые. Ну, видимо, раньше бросали только в основном металлоломную, сколько замечал. Вот изогнутые, ломаные. Вот это бросали. А редко, когда что-то, ну, прямое, ровное. В основном вот такой подобный металлолом. Как бычий хвост. Или как поросячий хвостик, вернее, я хотел сказать. Бычий — это немножко тут другое, да? Все, вот так вот поставлю. Так и перейду. В машине очки забыл. Ну вот. Все меня упрекают, что без очков пилю. В этот раз думаю, возьму очки. В УАЗике лежат. Ага. Так и лежат. Вот видите, как я их взял. Придется без очков опять пилить. Но я постараюсь, когда без очков, я стараюсь аккуратно не смотреть лишний раз туда. Пилю и пилю там что-то свое. Отворачиваться. Или вообще глаза закрываю, как бы. В общем, стараюсь всеми возможными и невозможными методами защищаться, когда без очков пилю. Еще запустится ли бензорез? Только в Альфа-банке. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту, крутите барабан в приложении и получайте супер-кэшбэк каждый месяц. Закажите карту в декабре и гарантированно получите кэшбэк 30% на технику. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
Да, даже по 1,5 метра получается, что как бы длинные, неудобно возить в этих санях. Ну все, друзья, загрузил эти две. Здесь чуть-чуть буквально на 4 килограмма, на 5, на 4. Будет меньше 100 килограмм, 200 килограмм, вернее. По 98 килограмм каждая. Блин, путика-то нету еще. Не знаю, как сейчас выезжать-то отсюда. Без путика. Ничего, постараемся выехать. Пропиливаться будем. Кстати, амортизатор я свой пока снял. Пока снегу нет, с ним плохо ехать. Его надо ставить по глубокому снегу. Может, кто видел, на втором канале делал сюда амортизатор велосипедный, ставил, чтобы жестко, ну почти жестко зафиксировать модуль с толкачом. Пока не надо. Валежины, много неровностей. Это надо, когда много снегу, когда буксировщик перестает ехать в целом, ну тогда можно эту систему ставить. Друзья, выехал на свой путик. Тут у меня уже расчищено, вон уже дорога, 50 метров осталось. А без навигатора я вот сюда и туда уехал, а тут вот буквально вон еще 150 метров и все, и металл был лишний, только круги тут сделал. Все, выезжаю на дорогу, разгружаюсь и еду обратно.
Вот, друзья, и вторая. Это у нас уже 18, 144 килограмма. Она тоже вроде как целая. Все, ставлю домкрат и вытаскиваем. Подъехал. Так-то ничего, хорошо сегодня, быстро. Если бы еще не блудить, так. Это уже немножко, немного вмерзшая. Еще валежина тут. Надо убрать. Не дает. Бы с чего бы. Бензину полный бак. Полся. Вот похоже, что что-то застывает в карбюраторе. Газу даю и все, сразу. У меня бывало такое, покуда корпус фильтра стоит, вот так оно и есть. Надо убирать корпус фильтра, чтобы напрямую холодный воздух, чтобы как тянуло, так и тянуло, наверное. Или не знаю, спирт выпилить или отстой сливать. В общем, надо что-то думать. В последнее время вот так это в мозге мне компенсирует. Эх, чё с чего он так выёживался. Попробую отстойник этот слить. Как тут у нас бежит, не бежит бензин, посмотрим. Да, бензин идет, нормально идет. В общем, дело что-то не в бензине. Надо думать, что тут отогревать, что-то как-то или что, я ничего не понимаю. Но вроде на улице-то не такой мороз. Там двигателя вроде и карбюратор-то не холодный. Ну как видите, не едет. На подсосе только ехать.
Так, ну все-таки доехал, вроде бы работает. У него бывает вот такое. Надо карбюратор, по сути, снять, промыть, просушить. Что-то застывает. Ну вот столько вот получилось с этого места. Поеду еще в одно, недалеко тут, которое. Сначала ближний будем металл доставать. Там, конечно, тоже, ну как недалеко, с полкилометра, наверное, там надо путик делать. Успею, не успею сегодня, посмотрим. До темноты управлюсь. Пробиваюсь к следующим находкам. Практически каждую валежину приходится перепиливать. Снегу мало. Чуть-чуть бы побольше, и я бы так бы ехал, не замечая бы этих валежин. А так, порожняком-то можно проскочить, конечно, ничего не пропиливая, но вот так вот выглядит этот лес. Старый ус. Старый ус. Когда-то лес, тепловозы по нему возили, по этой дороге. Почти до развилки доехал. Сейчас тут разветвляться будет туда и сюда. Мне бы, конечно, направо желательно, там металла больше. Тут налево-то одна рельсина, кусок и все. Небольшой там, 1,5 метра. Ладно, пропилюсь сегодня хотя бы, пробьюсь. Может, маленько металлу вывезу. Если что, завтра. Если сегодня уж отемнаю совсем. Так-то, что я с фарой? С одной стороны, можно и в темноте работать. Так, ну что, друзья, доехал до развилки. Вот тут туда ус уходил и сюда налево. Съезжу сначала за первой находкой, до нее 65 метров. Вроде бы один тут кусочек рельсы. Доеду тут. Пилиться вроде как не надо ничего. Вывезу ее сюда на развилку, а потом вот здесь еще две точки, еще две находки у меня. Так, до них еще 250 метров, короче, 240. Нормально. Приложение все спрашивают постоянно, постоянно всем отвечаю. Вот такой значок. Альпина Квест. Только в Альфа-банке. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту. Крутите барабан в приложении и получайте супер кэшбэк каждый месяц. Закажите карту в декабре и гарантированно получите кэшбэк 30% на технику. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Ну и вот она, друзья, первая находочка. Кусочек рельсы. Я так понимаю, это когда-то была штага от цепа, от лесовозного. Все, дальше там металла нет. Надо где-то развернуться тут. Прям на этой полянке, наверное, и развернусь попробую. Все, забираю.